Привет, друзья! Крайне интересная идиома на сегодня – carry water. Как бы нести воду. Ну или по-русски – беспрекословно подчиняться кому-то чему-то. Быть приспешником, батрачить, выполнять грязную работу, быть слугой, нести чьё-то или чьё-либо бремя. Эту идиому мы сегодня рассмотрим на примере сериала Suits – форс-мажоры. Друзья, а перед тем, как начнем, буду рад, если вы поделитесь моими видео в своих соцсетях. Расскажите миру о том, какой английский по-настоящему на самом деле. Расскажите о том, чему нигде не учат. Ведь благое дело вместе делаем. Также, друзья, если вы хотите, вы можете поддержать мой проект на сервисе Boosty, где я выкладываю дополнительные материалы для самостоятельной практики. Итак, поехали. Фраза на сегодня carry water, сериал Suits, Force Major. Смотрим отрывок. By the way, you want to go mudding with some? Why don't you ask Harvey Specter? Because it doesn't take a genius to figure out that he's the one that got you to carry his water in the first place. Давайте посмотрим отрывок еще разок. By the way, you want to go mudding with someone? Why don't you ask Harvey Specter? Because it doesn't take a genius to figure out that he's the one that got you to carry his water in the first place. А теперь с чувством, толком и расстановкой читаем и разбираем. By the way, if you wanna go mudding with someone, why don't you ask Harvey Specter? Because it does not take a genius to figure out that he's the one that got you to carry his water in the first place. Друзья, читаем отрывок еще разок вслух и вместе со мной. Давайте, друзья, не тушуйтесь, читайте вместе со мной. By the way, if you wanna go mudding with someone, why don't you ask Harvey Specter? Because it does not take a genius to figure out that he is the one that got you to carry his water in the first place. Кстати, если ты хочешь принять грязевые ванны с кем-то, почему бы тебе не спросить Харви Спектора? Потому что тут не надо быть гением, чтобы понять, что это именно он, кто заставил тебя выполнять грязную работенку за него. Итак, друзья, за что зацепимся здесь? Mud – это грязь, а to go mudding – это идти принимать грязевые ванны. Так как это сериал про юристов, про богатых юристов, у каждого есть свои причуды. И Льюис Лид не исключение. Он любит принимать грязевые ванны и постоянно нуждается в компаньоне. Кем никогда не был его коллега, хороший друг, а иногда и заклятый враг Харви Спектер, речь о котором зайдет чуть попозже в нашем отрывке. You wanna go mudding with some? You wanna go mudding with some? You wanna go mudding with some? Другой интересный момент. Послушайте, как Джек произнес фразу «Why don't you ask?» Why don't you ask Harvey Specter? Why don't you ask Harvey Specter? Why don't you ask Harvey Specter? Следите за моей бешеной транскрипцией. Why don't you ask? Why don't you ask Harvey Specter? Why don't you ask? Why don't you ask? Why don't you ask? Давайте, друзья, вместе. Why don't you ask? Why don't you ask Harvey Specter? Друзья, вот он настоящий разговорный английский. Вот он. Why don't you ask? Идем дальше. Крутая фраза «It does not take a genius». Как бы это не берет гения, ну или по-русски, не нужно быть гением для этого. Because it doesn't take a genius to figure out. Because it doesn't take a genius to figure out. Видите, какая интересная конструкция, друзья? Мотайте на ус, используйте в своей речи «It does not take a genius». Также очень часто вы можете встретить фразу «It does not take a rocket scientist». То есть не нужно быть для этого ракетным ученым. To figure out. Figure out – это выяснить, понять что-то. Идем дальше, друзья. Джек использовал интересную конструкцию that he's the one that got you to carry his water. That he's the one that got you to carry his water in the first place. That he's the one that got you to carry his water in the first place. Это он, кто вынудил тебя, заставил нести его воду. Got – стандартная американская история. Засовываем и заменяем везде, где только можно и где нельзя. That got you to carry his water. Got – это вторая форма глагола get. So that get you to carry his water, that got you to carry his water. That he's the one that got you to carry his water in the first place. Итак, друзья, давайте закрепим сегодняшний урок. Читаем вслух еще разок, потом слушаем с текстом, следим взглядом, а потом смотрим без субтитров и закрепляем сегодняшний материал, глубоко вдавливаем в мозг и запоминаем эту конструкцию и отлично тренируем английский язык. Друзья, хорошего вам дня. Увидимся совсем скоро. By the way, if you wanna go mudding with someone, why don't you ask Harvey Specter? Because it does not take a genius to figure out that he is the one that got you to carry his water in the first place. By the way, you wanna go mudding with someone? Why don't you ask Harvey Specter?
Because it doesn't take a genius to figure out that he's the one that got you to carry his water in the first place. By the way, you want to go mudding with someone? Why don't you ask Harvey Specter? Because it doesn't take a genius to figure out that he's the one that got you to carry his water in the first place.